Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас второй день копа. Кто не видел первое видео, обязательно посмотрите. Без находок мы не остались, и находки были довольно хорошие. Приехали продолжать зачищать старую деревеньку. Деревня очень старая, поэтому находки здесь очень интересные. Но очень много черного металла, который перекрывает светнинку. Поэтому надо привязываться к какой-то местности и потихоньку копать. Ну вот, друзья, сегодня второй день. Продолжаем разрабатывать землю. И выпадает пол копейки. Пол копейки Николая II. Видно, вчера мы пропустили этот сигнал, потому что мы еще не копаем, а как бы вчерашние отвалы просто проверяем приборами. Продолжаем копать дальше, уже интересно. Сигнал на апексе 62 на ВДИ показал. Сейчас будем смотреть, что здесь такое. Что там? Ага, вот осколочек. Ну, бывает и такое, ребята. Среди вот этих мелких осколочков, мелкого железа, приходится выдергивать цветные сигналы. Продолжаем дальше обрабатывать этот отвал. И опять выскакивает одна-вторая. Одна-вторая Николая II. Хороший вентиль. Но с этой стороны пока не видно ни год, ничего. Придется отмокать ее дома. Перед этим был 1897, а это вот вроде бы 98, там восьмерка просматривается. Но прикольно, лезут мелкие монетки. Выскакивает, друзья, очередная монетка, 1 копейка 1912 года. Такой довольно бодренький сохран. Хоть только помой, и можно ложить в альбом. Но скажу, друзья, находки на фундаменте у нас уже заканчиваются. Поэтому, скорее всего, скоро будем переходить на другой. Ну, и этому рады. Хорошая, красивая монетка. Чтоб не думали, ребята, что каждый сигнал — это монетка. На самом деле, для тех, кто хочет только начать копать, хочу вас огорчить. На каждых 10-15 железячек в лучшем случае монетка или цветной сигнал. А так, посмотрите, сколько всякой всячины попадается. И таких сигналов очень-очень-очень много. Чтобы найти монетку сейчас, надо хорошо потрудиться. Ну, мы не унываем и продолжаем дальше. Попадает с небольшой, неглубокой ямки Орлянка. Как-то серебром поблескивает и тяжеленькая. Но ушко сломано. Что-то написано, но пока не разобрать, нужно чистить. Ну, находка приятная. Продолжаем копать дальше. Ходим по такому лесу, по таким зарослям. Но находок мало пока что сегодня. Будем стараться что-нибудь найти. Что найдем, покажем.
Красивый крестик, тоненький, ушко тоненькое, целенькое. Старина старинная. Очередная копеечка. И шрапнелька выскакивает. Ранний советик, 1930 год. Состояние огонь. Вылетает очередной монетосик. И это у нас 5 копеек 1930 года. Ну, сохранчик пока непонятный. Надо отмывать, смотреть, что получится. Со стороны герба тоже грязноватая. Начинает дождик у нас моросить, поэтому надо побыстрее ковырять землю. Вот такой вот монетосик. 5-копеечник. Но уже приятная находка, крупная монетка. Вот, друзья, очередная находка. 15 копеек, 1906 год, СПБ. Извиняюсь, руки уже дрожат, устали основательно, но продолжаем работать. Немножко помыть, и монетка будет огонь. Ищем дальше. Еще две находочки. Пуговка орлянка и 1 копейка Николая II 1908 года СПБ. Идет дождь, ребята, снимать очень не камильфо. Да и скоро уже будем заканчивать наш коп, если дождь начнется сильнее. Если успокоится, то может еще и покопаем. Очередная копеечка выскакивает из земли. И это копейка Александра II 1855 года. И с обратной стороны видно вензель Александра II. Надо хорошо ее прочистить. Сильно она грязная после фундамента. Вот столько нужно перевернуть земли и кирпичей, чтобы найти столько монет, сколько вы увидели в этом видео. Конечно, бывает и побогаче фундамент, бывает и поменьше. Но, в принципе, мы только начали разрабатывать и ищем, где что у нас находится. И вот с этих вот раскопов мы копаем монетки. Смотрите, сколько мы за день перевернули земли. Как-то так, ребята. Чтобы что-то найти, нужно хорошо потрудиться. Еще, ребята, выскочило две монеты. 1 копейка и 0,5 Николая II. Между дождем приходится снимать. Руки уже дрожат от усталости, но мы полный энтузиазма продолжаем работать. Вот наши еще находочки. Шел дождь, поэтому не снимали. 15 копеечек ранние советы. 2 копейки ранние советы. И 2 пятачка. Кстати, пятачки лежали рядом с друг другом. На этом, ребята, видео будем уже заканчивать. Все находки вы видели. Наш труд видели. Всех благ вам, вашим близким и кладушку под катушку. Смотрите, друзья, какая находочка. Интересная. Уже на улице темнеет. Поэтому данный дот я отсниму попозже.